Всем привет! Сегодня у нас опять одна посылочка, и здесь у нас должны быть отвертки. Ссылку на акцию, по которой я покупал, я не помню цену, но недорого. Давайте посмотрим. Это будет у нас просто распаковка, потому что, по сути, я не знаю, что тут обозревать, и у меня почти все просто распаковки. Вот. Тяжело открывается. Прорезиненная такая вся, вот, книжка получается. Ну, круто сделано, конечно. Вот, вот это вот все резина, уголки, все, и она не скользит. Ух ты, открылась, тут у меня повыпадало все. Вот такой вот набор. У меня есть набор хороших отверток, я ими пользуюсь. Вот здесь косяки. И есть несколько наборов таких слабеньких, простых отверточек. Вот, ну я решил заказать на работу себе вот такие вот, вот такой вот набор. В любом случае пригодится. Вот так выглядит. Давайте посмотрим вначале так. И сейчас будем смотреть. Вот такая вот крестовая отвертка. Вот такая еще. Я так понимаю, вот эти вот тоненькие отверточки, они тут с косяками по пластику, но металл вроде бы неплохой. Очень маленькая, это шестигранничек вот идет. Я даже не знаю, камера у меня, наверное, не сфокусирует так. Вот, это шестигранничек и крестовая отверточка. Они очень маленькие, я так понимаю, это вот идет к этому. То есть для разбора телефонов. Вот, присоска, ключик для открытия телефонов, ну, открытия лотков. Потом вот такие вот пластиковые медиаторы, тоже для вскрытия телефонов. Вот такой и вот такой. Такой поменьше и побольше. Пластик хороший, жесткий такой, и ну сразу видно качественно. Я покупал набор синенький, у меня был обычный наборчик. Вот, тогда пластик ну намного хуже, здесь он такой жестче и как по мне качественнее. Далее у нас удлинитель вот такой вот, гнется он, но возвращается обратно. И пинцет с этой стороны, пинцетик обычный, тоненький, ничего сверхъестественного. Пинцетик ложим обратно, эту штучку ложим обратно, и давайте смотреть биты и отвертки. Отвертка. Есть косяки, вот заусенки такие по пластику, но я думаю, они легко обрежутся и проблем каких-либо не будет. Биты здесь вкручиваются. Давайте попробуем, посмотрим. Вот этот удлинитель вставим, допустим. Так, неправильно. Надо вот так. Вот так. И затягиваем. Вот, крутили удлинитель. Битов здесь очень много. Вот они все разного размера, биты. И как же их открывать? У меня не было такого набора. Ага, вот так он вверх открывается. Или как правильно? Вот open, open, ага. Open, и они все вот так вот стали. Ух ты, прикольно. Ну, у меня не было такого набора, чтобы вот так вот все красиво открывалось. Потом вот закрыли, и все. То есть... У меня есть другой набор, желтенький, Джек Мелли, или как так называется. Вот, у него они просто под углом, вот так сразу в коробке воткнуты под углом. И просто ты берешь, какой тебе нужен. Вот здесь же вот такая вот механизм такой интересный есть. Открыл, какой тебе нужен, выбрал, прицепил. Ну, давайте посмотрим. Магнитятся, интересно, магнитные они? Да, магнитные, но... от за счет того, что нож тяжелый, он его не сильно примагничивает, но болтики будут примагничивать. Давайте посмотрим вот такой биточек. Магнитится. Так. Наборы битов абсолютно разные. Вот так ближе я покажу. Металл хороший, жесткий. Это, я так понимаю, для болтов откручивать. А это... Ну, в общем, вот такой вот набор.
Так, ложим обратно. Отличный наборчик, мне очень нравится. Ссылка будет в описании. Ну, классный реально набор. Ну, небольшие косяки на пластике есть, но в остальном, в целом, очень хороший набор. Коробка вот так выглядит со всех сторон. И вот здесь она защелкивается на магнитах. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!